Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова и Сергей Захарьяш провели вместе новогодние праздники. Ребята объявили себя парой. Марина Тристановна, мама Таты Абрамсон, рассказала, кто виноват в уходе дочери с проекта. Сегодня Саша Гозиас Тату очень обижала, и мы все вместе решили, что не стоит никаких денег нервы беременной девушки. На поляне люди очень злые и неадекватные, у них нет ничего святого. Также женщина сказала очень много злых слов в адрес Саши. Я не допущу, чтобы какая-то дворняга с кривым, полным грязи ртом, перекошенным телом и с жуткой походкой, с бешеными глазами, открывала свою пасть в сторону Таты и орала на беременную дурниной. Я очень жалею о том, что не оттаскала эту дворовую шавку за волосы, но мое шестое чувство подсказывает, что у меня еще будет такая возможность. На острове любви Саша Артемова победила в конкурсе среди девушек на скорость и сообразительность. Мы бегали в ластах, переливали кофе с одного чана в другой. Было очень потешно. Саша Харитонова публикует новые снимки. Она очень скучает по своему молодому человеку, который остался на поляне, Сергею Кучерову. Марина Мексика отпраздновала 22-летие. На этом снимке она с родителями в детстве. Журналистам удалось распутать клубок любовных отношений Марины Мексики. И как оказалось, будучи на проекте и строя отношения с Сашей Задойновым, а потом и с Никитой Кузнецовым, параллельно она крутила другой роман с 24-летним бизнесменом Максимом Головиным. Сама Марина называет мужчину только другом. Дальше общение у нас с Максом не заходило, и это он может подтвердить. Я в жизни не гуляла на два фронта и не собираюсь. Антон Гусев и Вика Романец продолжают отмечать Новый год. Они ездят в гости к близким и к друзьям. Ребята публикуют новые снимки. Семья Пынцарь собирается на отдых в Дубае со старшим сыном Тёмой. Очень внимательные фанаты сумели все-таки увидеть личико младшей дочери Ксении Бородины и Курбана Омарова. У Дарьи Пынцарь на видео девочка случайно попала в кадр. Фанаты Бородиной отметили, что малышка похожа больше на Ксению и на ее старшую дочь Марусю. Настя Лисова, отдыхая в Сибири, попала в ДТП. В аварии были задействованы 4 машины, спасли их только подушки безопасности. Федя Стрелков и Кристина Лисковец открыли новый бизнес. Мы хотим познакомить вас с этим замечательным мишкой. Если вы хотите украсить ваши события чем-то незабываемым, то мы подскажем вам, как это сделать. Дмитрий Тарасов на новогодние праздники улетел на отдых с молодой любовницей. Это 22-летняя модель Анна Ушакова. А Ольга Бузова в очередной раз выбесила зрителей. Недавняя выходка Ольги стала для многих последней каплей. В одном из вечерних выпусков она стала насмехаться над фамилией нового участника Станислава Тараканова. Вот комментарий по этому поводу. Если что, ему эту фамилию отец дал, и какое ты имеешь право хихикать, как недоумок над этим. Позорно смотреть на такое неэтичное поведение ведущей. Кстати, видела фото этого участника с ее бывшим Тарасовым, может, в этом дело. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.